Итак, путь к счастью в браке. Что же это такое? Вообще, этот путь излагается в Священном Писании. Мы вообще считаем, что Библия – это самый лучший психологический учебник для супружеской жизни. И не только для супружеской жизни. Ну, в первую очередь, для супружеской. Потому что все мы вышли из семей. Тут кто-то чей-то сын, кто-то чья-то жена, кто-то чей-то муж, и так далее, отец. Поэтому именно это мы используем. Итак, прежде чем мы отправляемся куда-то в путь, вот выведение, в частности, супружество, в семейную жизнь, прежде чем мы начинаем свою семью, нам нужно знать, для чего она предназначена. Для чего вообще Бог создавал семью? То есть вот здесь вот написано, прежде чем отправляться в путь, мы задаем себе вопрос, куда идем? То есть цель, да? Чем мы Если мы достичь? Не знаем цели, то как мы можем куда-то идти? Второй вопрос, на который нам нужно дать ответ, это как добраться до цели. Да? Ну, это естественно. Если мы будем идти в другую сторону, то мы цели не достигнем. Нам нужно знать дорогу к нашей цели. Да. И последний вопрос, который нам нужно выяснить, прежде чем отправляться в дорогу, что нас ждет? Тут, так сказать, исчислить все издержки. Да? Прежде чем начинать что-то делать, нужно сначала все, конечно, просчитать. Да? Если мы будем знать, нам будет легче идти по этой дороге. Правильно? Ну и здесь мы обычно так рассказываем такой классический пример или классическую консультацию, которая, ну, как нельзя лучше иллюстрирует, насколько люди порой не понимают ни первого, ни второго, ни третьего. Пришла к нам на консультацию одна женщина, ей уже было за 30, там чуть-чуть, вот, и она говорит, вы знаете, вот у меня такая проблема, очень хочу замуж. Говорю, ну а почему это проблема? Она говорит, ну действительно стал проблемой, потому что на работу иду, хочу замуж, вот ни о чем больше думать не могу, на работе. Хочу замуж. Домой возвращаюсь. Хочу замуж. Причем, говорит, вот это, говорит, прям наваждение только вот последние вот несколько там месяцев. Вот 8 лет, говорит, я в разводе. У меня не было вот такого вот сильного такого желания. А вот сейчас вот невозможно справиться. Причем, говорит, начинаю строить какие-то отношения, там более такие близкие, тесные отношения с мужчинами. Ну вот начинаешь с одним. Говорит, начинаю. Не получилось. Развалились отношения. Я думал, ну это мужчина такой. Начинаю с другим там дружить, да? Тоже развалились отношения, проходит какое-то время, распались отношения. С третьим, я говорит, уже понимаю, что это не мужчины такие виноваты во всем этом. А что-то во мне не то. Что-то во мне внутри, и говорит, ну вот желание есть, отношения не строятся. В чем проблема, не могу понять, что с этим всем делать? Ну, мы задаем ей такой вопрос в лоб, говорим, скажите, а зачем вам это надо? Она, что? Мы говорим, ну замуж выходить. Она так удивилась, знаете, пришла, как говорится, к душепопечителям, да, к семейным психологам, а тут они такой вопрос в лоб. Мы говорим, ну зачем вам это надо? Она, ну как зачем? Ну, детей хочется. Мы говорим, то есть вам нужно замуж для того, чтобы детей рожать. Материнский инстинкт удовлетворить. Она, да. Мы говорим, ну знаете, ну, ведь вы понимаете, дети в первую очередь не биологические, а дети в первую очередь это социальные существа. В общем-то, вы должны будете в каждого ребенка себя вложить. Что значит быть матерью? И, в общем-то, с другой стороны, в общем-то, эту проблему можно легко решить, если вы, например, пойдете в дом малютки. Сейчас только отказных детей. Конечно. В доме ребенка, в детских домах. Вы представляете, вот, если кто-то там из вас бывал, насколько сложно им даже в глаза просто смотреть, потому что любого человека они называют папой и мамой. Вот эта жажда по родителям этих детей, она заложена у них в сердце. Их ведь даже вот маленьких детишек на руки не берут, чтобы они не привыкали к ласке. Потому что потом они будут плакать и проситься на руки. То есть вот это тепло. Эта тоска, которая в глазах у каждого ребенка, она разбудит вас, маму. Если в вас Бог вложил желание быть мамой, идите туда, будьте мамой. Одному хотя бы за этих детей, двоим. Опеку в нашей стране несложно оформить. Материнство сложнее, да, вот, удочерить, установить. А опеку элементарно, можно оформить в течение нескольких дней. Сделайте это, да. Мы говорим, пожалуйста, то есть для этого совсем не обязательно замуж выходить. Говорим, ну так зачем вам это надо? Она так говорит, ну как? Ну еще вот чтобы было с кем молиться вместе. Мы говорим, слушайте, ну чтобы молиться вместе. Хорошее желание, но для этого не обязательно замуж выходить. Да, да. Можно прийти в церковь, можно прийти в любой храм, наверняка есть молитвенная группа, к которой вы можете подключиться, участвовать в этой молитвенной группе. То есть для этого не обязательно вот получать статус именно замужней женщины. Итак, зачем вам это надо? Зачем вам надо выходить замуж? Она так немножко помялась, говорит, ну, чтобы был с кем служение нести вместе. Ну, тут мы вообще рассмеялись и говорим, слушайте, ну, чтобы нести вместе с кем-то служение, опять совершенно не обязательно замуж выходить. Это вам совершенно не поможет вместе нести служение. Точно так же можете найти друзей, которым вместе будете нести служение. Да. Точно так же в церкви или там,
где ходить, в тот же самый детский дом ходить, это тоже служение. Тем более, что вы знаете, я ей говорю, что, в общем-то, вы были замужем, вы знаете, что замужество – это не малину в саду собирать, это нечто более серьезное. Ну так зачем вам это надо? Она так немножко замялась, говорит, ну, видите, я вот еще молодая, но мне хочется. Физиологию никто не отменял. А, то есть вам нужно замуж, чтобы физиологически свои, значит, потребности удовлетворить. Она, ну да. Ну, говорю, ну смотрите, вот вы в разводе 8 лет, вы человек верующий, да? Понимаете, что вне брака сексуальные отношения – это грех. У вас не было мужчин, насколько мы понимаем, такие в сексуальном плане. Нет, говорит, не было. Ну, вот понятно, 8 лет вы терпели. Ну что, прям это так смертельно потерпеть? Она так улыбнулась, говорит, да нет, живай пока еще. Ну, видите, ну еще лет 10 потерпите, а потом легче станет, потому что вообще пройдет. Раз шутите на эту тему, значит, в этом плане у вас все нормально. Да, мы говорим, ну, понимаете, ну, ради вот этих там 10 оставшихся лет сейчас вот на себя вот лишние обязанности какие-то вещи. Зачем вам это вообще это надо? И тут она, знаете, так вот растерялась, говорит, ну, я тогда не знаю, что же у меня тогда желание нормальное. Мы говорим, нет, понимаете, вот рассуждать о том, что нормальное желание или нет, нет оснований, потому что желание-то вложено Богу. То есть желание это нормальное, и его закладывает Бог в человеке, в человека. Но вот почему появляется такое желание, почему Бог дает это желание выйти замуж, жениться, вот тут уже надо разбирать очень так подробно и глубоко. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.